Колькасць заказаў на цвёрдыя віды паліва ад насельніцтва ў вобласці скараціліся. Пра гэта нашым карэспандэнтам паведамілі на прадпрыемстве «Магілёаблпаліва». Напрыклад, за 8 месяцаў 2016 года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулых год пастаўкі брыкета скараціліся на 21%, а дроў на 8%. У прычынах разбіраліся нашы карэспандэнты. Одна з причин зменшення заказов на брикети дрови – активная газифікація у районах і обласним центрі. По статистиці, штогод на газове отепління переводять каля 3000 домов Могилевщини. А кліматичні зміни опошніх год дозволяють крыху скоротить отепляльний сезон. Теплые зимы. Значит, как правило, это повлияло на то, что у людей в запасах есть остатки топлива. У господаров, которые протягивают користаться твердыми видами палива, самым запотребованным застается торфобрикет. Мы заказывали 3 тонны. На зиму хватит его? Этого брикета нам хватит на зиму. Приходит клиент, с ним заключается договор. По его желанию он может заказать либо 3 тонны брикета, либо 4,9 куба дров. Если человек хочет заказать и то, тогда он покупает 2,6 куба дров и 2 тонны брикета. Названые объемы палива отпускаются господарам по субсидированным коштям. Тонны брикета – 23 рубли. 1 кубичный метр дров – 7 рублей 47 копеек. Коли господар домовладания захочет набыть палива свыше нормы, тогда брикет обойдется у 107 рублей за тонну, а дровы – у 38 за кубометр. Сёлета на предприемстве планируют обеспечить твердым палевом каля 28 тысяч домов в области. Больше за половину уладальников приватных подворков уже отримали свои заказы. Катерина Балукова, Денис Бутылин, «Новини регион».